В разгар спортивных баталий на стадионе «Арена Химки» возгорание. Условные клубы дыма и языки пламени замечают в подтрибунном помещении сектора «Б». Ответственные за противопожарную безопасность обесточивают объект, начинают эвакуацию людей и вызывают спасателей. Объекту с массовым скоплением людей автоматически присваивается второй класс пожарной опасности. В считанные минуты к стадиону прибывает химкинский пожароспасательный гарнизон. С этого момента каждое действие сотрудников – выполнение норматива. Спасатели разворачивают пожарные рукава и проверяют снаряжение. Все, включайся. Одного баллона с кислородом хватит на 30 минут. Спасатели заходят на объект и начинают обследовать помещение. С помощью радиосвязи действия спасателей координируют в развернутом мобильном штабе снаружи помещения. На плане объекта отмечают уже обследованные секторы. Источник возгорания находят в медицинском кабинете подтрибунного помещения. Огонь оперативно ликвидируют. У нас заранее есть на каждый такой объект план тушения пожара. То есть мы сейчас не зря отрабатываем этот план. В целом мы готовы, скажу так, готовы к экстремальной ситуации, неординарной случае какого-то ЧС на этом объекте. Впрочем, легенду чрезвычайной ситуации отрабатывают не до конца. Сценарий учений прерывает звонок на пульт спасателей. Пожарные сворачивают снаряжение и отправляются показывать готовность на настоящем пожаре. Андрей Панченко, Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.